Ну, не то, что неплохо начали матч, что пропустили сразу шайбу. Скажу, что мы неплохо начали матч. Наша шайба это не сломила. Сразу реабилитировались, повели в счете. Потом игру сломали сами себе. То есть пошли неоправданные удаления. Плюс невыполнение игровой дисциплины. Это потери в средней зоне, которые приводили к голам. Плюс удаление. Хорошо реализовал нефтехимик. Ну, еще скажу, что пока плывут у меня иностранцы. То есть они должны играть роль как минимум не первый, как минимум второй скрипки. Но постоянно оказываются в запасе. Снимаем с игры. Так что готовимся к следующему матчу. По приезду будем с ними решать вопрос какой-нибудь. Как он будет решаться. Но прошло 11 игр, пока ничего они не показывают. Так что готовимся к следующему матчу. Спасибо. Спасибо, Андрей Викторович. Ну, хотел бы поблагодарить традиционно болельщиков. Здорово болели. Ребята старались сегодня. Немножко начали сумбурно. Перехватили инициативу. И в третьем периоде, на мой взгляд, сыграли грамотно. Смотрели игру, готовились к матчу. Увидели, как все стали играть в Барсе. Что-то опять же получилось, что-то нет. Но в целом поблагодарил ребят. Доволен победой.